Трэш побьем. А есть кто живой? Где? А то как-то стрёмно в рейд собрались на Алгалона, блядь, тишина. Да чё? Думаю, что ты сломался. Ну, у кого как? Ну, половина сломался. Главное, чтобы слышали. Будут. Алло, Дон, слышишь? Кто меня слышит? Кто смог? Все я тебя слышу. Нет, не все, Дон не слышит. Дон только. Дон крайду, да. Дон крайду. Он меня тоже не слышит. Алло. Не слышно было, что ли? О, слышно. Не слышно тебя было до этого. А я тут как бы это, чуть-чуть объяву сделал. Не знаю, слышали, не слышали. Mm-hmm. Короче, по поводу собрания, я не знаю, что там Бьорн планировал и когда оно будет, но сейчас уже 20 минут почти, 18. Короче, я как мне это сейчас выглядит, что будет один рейд. Он будет проходить в 2 дня. Вести его буду, скорее всего, я, возможно, вместе с кем-то. Я перегорел, вводя первый и второй статик и с десятками бегая. И повторять это не хочу. Поэтому будет 2 дня на одну 25-ку. Так подожди, это ты сейчас рассказываешь или Бьорн, я не понимаю. Это я сейчас рассказываю. Я не знаю, что Бьорн будет, я не знаю, где он. Чё у нас с трэшем? Пиздец. Так ты какую-то объяву рассказывал, некому Эрэлю. Некому Эрэлю, поэтому надо 3 мобов пулить, ну что это такое, забаньте одного. Собрание же в четверг вроде бы писали. Да сегодня он что-то писал. Не, ну Бьорн подойдет там, типа, за её поговорим. Ну в 2 часа, типа, это что, типа, никуда не получится ни у кого. Что в 2 часа? Ты говоришь, будет в 2 часа РТ. Да ёпты, кто бан сбивает? Я говорю, что РТ будет 2 часа, 2,5, потому что, ну, я сгорел, проводя. Короче, после Мимирона я был уже мертвый. Я на Везексе молчал, я на йоге молчал, просто потому что, ну, типа, камон, давайте закончим это уже. Могу поводить. По 4 часа сидеть слишком много. Да-да, 2 часа заебись. Как раз нам этого достаточно, да, чтобы закрыть хуй логику. Время не меняется, дата плюс-минус, если, ну, если я буду водить, то это воскресенье первый рейд, в понедельник второй рейд. Ну, в смысле, ну, в плане всего нас... один рейд, просто 2 дня. Да, если что, могу поводить прием 1, 2, 3, слышно? Слышно. Могу поводить любые рейды 2-3 штуки, по 3-4 часа, без разницы. Работаю сутки 3. Да, вон второй, ну, статик. Типа, как можно просто... делать второй статик? Если он будет иметься в виду, ну, типа, если у тебя есть особое желание завести второй статик, то можно. Но это, да, типа, ты сам будешь этим заниматься. Ты будешь просто сам нету народ, ты будешь искать всех собирать, да. Что это куча сил занимает. Да, ну, типа, никто особо не хочет делать второй статик. Ну, в случае из тех, кто сейчас этот у нас... руководство. Я к тому, если ты устал, допустим, первый рейд 2 часа вести, то оставшиеся 2 часа можно доэрелить. Да не, проще, ну, типа, нам хватает, типа, там, например, условно, 4 часа на фулу льду. Вместе с Алгалоном.
То есть какой смысл? За два дня просто по два часа рейд провести, там по два с половиной, например. Два с половиной, три максимум, да. Напуливайте, потому что у меня нет АОЕ печати, типа я сделал билд под Алкалона. Поэтому, как говорится, здорово всем, кто АОЕшит. Мне все в хилос пекаться или что? Да, да, что ты. Ну, сейчас не, можешь просто не надо. Дамажить. Ну и что, давай доберем туда кого? Ханта еще одного последнего. Будете, если что, втроем бить. А Гудлик где? А, Гудлик обещал прийти. Ну, да, Гудлик идет. А Гудлик, как обычно, этот. Так, не надо, флэш, флэш, не флэш. Надо, флэш. Не. Мы поняли, что ты хотел, а не пришел, но не надо. Ну, все, флэш. Говорил, что... Если КПшку с тобой будет вылетать. Если сами знаете, кто он, то нафига мне это говорить. Корнес, третью ауру бери. Каску. Дайте время, пожалуйста. И рыбу. Дайте каску. Толик, пожалуйста, поставьте. Бля, мне сегодня так хуёво, я не знаю, у меня под температура где-то или простыл, или что-то такое. Ну что-то чувствую себя по-ебаному. Ну, просто ты выспался. А выспался, бля, на вечер что-то так хуёво мне. А ну так всегда, когда долго не высыпаешься, организм держится в тонусе. Ты типа, ну, под напряжением таким. А когда ты расслабился, выспался, все, начинается заболевание. Вот я долбоёб, что выспался. Больше так не делай. Да нет, просто на солнце, может, перегрелся. Не знаю, может, кто-то. Ходил на улицу, да? Да, недолго. А, туда нет. Невер тут? Да, я здесь. А. У кого третья аура? Покажите мне. Этот, а у нас тотем, только поставьте на мере кто. Все, у Корнеса, поехали. Я пуляю, без этого. Ставь его, да-да, ничего не разбиваем, просто ставь его туда. Это будет красивая победа. На пульдон. На пульте еще раз, у меня проблема. А, мой мастер. А там на пульте. Шо, третью ауру? Так я без мастера ауру. Я по твоему билду играю. А, все, окей, окей, окей. У нас нету больше мастера, Корнея, забирай. Я еще думал, что ты в холипале, а ты не связан с прочим. Стоп, каст. Стоп-каст. Макросы на снятие сакры сделали? Я скинул в дискорд. И, типа, там где-то escape, макросы и там ищешь. Слышишь, Донг? Ага. У тебя кулдауны массакры есть? Да. У тебя вуду массакра забинжена, чтобы ты видел, на ком она есть, на ком нет.
я тебе потом скажу, как называется, забинтишь. И этот. И ты будешь на взрыве звезд анонсить то, когда какую сокру дает. То есть у нас у всех против. Ой, короче, у нас у двух. Короче, у всех паладинов есть масса сокра. Поменяй лут. Зорки, поставь Доран портал, пожалуйста. Две минуты отойду, пока там добираете. Давай. Хорошо. Рост не дал мне сделать маг, так нажать. Я как понимаю, мы ульду 25 будем фармить вплоть до выхода магии Грула. Ее фармить вплоть до ЦЛК можно, потому что там Валанир топовая пуха падает. Даже после ЦЛК можно. И после, ну, для Валанира понятно, да. Для Валанира вопросов нет. Валанир тринка для кастеров. Везакс и Алголон, короче. Ну понятно. Да. Чисто фастранить потом уже, когда ДПС много будет. Ну да, да. Да не, по хулу, какой этот. Осколки же со всех. Ну по хулу фастранить, просто ДПСа больше будет, она будет за полтора закрываться где-то. Ну, за полтора вряд ли, тут бегать не слишком много для полутора. Да нет, она сейчас закрывает за 2.5 хул. Ну да. А что это ты понизить делать? Ну дальше она будет за полтора закрываться. Это с учетом того, что мы вайпались еще сколько. Не, ну если так, то хорошо. ДЦ Валанир носит. Нет, не понизить. Холи Пауэр, дружка. Эршам. Ну и Эршам. Эршам уже почти есть. Не, ну я вообще не про гильдийских участников, а вообще про тех, кто их в потенциале. Да все. Не-не-не, положу. Ну можно, но ДЦ не очень. Холи Пал, Эрдру, Эршам. Эршам, да. В первую очередь Холи Пал, Эршам, а потом уже все остальные. Ну, это... Не, ну, в первую очередь Эрдру, потом... Ну хотя, ну, не, ладно, Холи Пал перехилит. Так там щиты просто этот, за счет Масуки накидывают больше. Угу. Эрдру это если Т5, типа. А так Эрдру хотовый хил. Ну правильно, он все равно так это щит. Холи Прист попрофитнее будет, чем Эрдру. Если нет, не молитву. Будет, мы считали. Мы считали. Будет, мы считали все. Через молитву исцеления, если играют. Мы считали все. Топ ФПС. Так, а где у нас Гудрик? Он обещал быть. Да, да, его нету. Ну, в любом случае, Ульдуар еще и по фарму ОД неплохо так профитный. Это ГБ, да? А кто у нас есть с КД? Смотри, у нас есть Пипега. Это еще один паладин. Можно, наверное. Короче, смотри, Дон, у тебя есть 4 массакры, 4 массакры, и при этом есть еще мастер ауру, например, Корнеаса. Перемещение завершено. Запуск... Ну, мне сложно... Скажи, где там это? Что там? Что ты говоришь, Рома? Сакра. Ну, я тоже в хиле на этом. Да-да-да, 4 массакры. Ну, нет, второй мастер ауру, это вы будете долго менять, вам этого не стоит. Так, смотри, Дон, тебе нужно написать в Вуду вот этот вот баф. Божественный страж. То есть просто этот бафы свое. Ой, дебафы. Дебаф свое. Пишешь божественный страж. Да, сейчас сопроты дам. Добавил. Так, хилы подошли, Родзу кинули трейд на сафрот. А у меня вообще есть они? Так, сейчас я подойду. А ну, смотри, донт видно? Ну, отошел. Подожди, Корнеса, что ты не... Ой, Корнес, господи, босса, что ты не взял топор с Игниса? Понял. Ну, белые атаки по боля. Имха. Ну, Скай, иди купи, ей-богу. Давай, деньги, я куплю.
Ну ты богатая. Зачем тебе деньги? Мне 2 осталось как-нибудь уже. Босс, да никто не забрал топор, поэтому я же спросил. Ну, вроде здесь никому не нужен. Ну, сейчас Донт вернется. Если там нужны реки, я не знаю, у меня тут на этом нету, я что-то перекинул. Он у Донта. Ну, тебе в любом случае его зачалить нужно на берцу хотя бы. Шкаф в Сумонте. Топор? Сейчас дам. Ну что, Донт, просто... мы можем взять Пипегу, мы можем взять... Романова. Вы... Я не помню, Варечка был когда или нет? Короче, выбирай сам. Еще Фикси. Кстати, Фикси было бы неплохо, чтобы он потанчил со мной. А где он? Ну давай Фикси возьмем. А он сейчас в каре. Он писал, что ему полчаса осталось. Ну это было сколько? 35 человек в онлайне. А Вов, бро. Не рассматривать? Не, пары еще то не надо. Нам нужен, да, или паладин, или танк. Или ДПС. Или сова. Третьего ханта нет смысла брать. Мы вдвоем справимся. Кексик? Ну ты можешь взять Романова себе на этот, на помощь, а я буду по боссу шмалять. Подожди, Фикс сейчас на Мороузе. Возможно, мы сейчас просто этот. Дождемся его. И тогда я буду танчить с Фиксиком. Если с первого трая, то конечно. А с Мороузом еще долго, как бы. Мороуз это ласт, нет? Молчезар ласт. А, бля. Надо там точно не дождемся. А чё? Он написал, что ему осталось 2 минуты. Да. Дон, ты посмотрел, у тебя показывает этот? Да, показал. Макросы все проверьте свои на снятие сокры, чтобы у вас работало. Вы... Может, он только на одного босса затрение и всё. Да, это да, нормально. Вы умрёте. Ну тогда этот, тогда кто? Тогда Рейс, спекайся в танка. Да, лучше с ним. А может ДКшка? У нас же есть Пирекс. Я не знаю, как они заводят этот. Пускай лучше Рейз, он хотя бы понимает, что делать. За Рейзом милики бегают. Да. 5% крита жалко. Давай, у нас нету фирала. Вишку могу спекнуть. А ты танчил? Я все танчил, фулл контент. 4 танками. Окей, были. Давай. Умрете. Ну, ты опять кого-то с Этернова потянули, что ли? Нет. Когда у нас сова, теперь Мишка. Вы и... умрете. Теперь нет. Вы умрете. Да я знаю, я эту сову. КДшки сокры отображается у тебя все четко. То есть ты себе выбери порядок, по которому ты будешь этот. Ну там, например, первый рост, второй флеш, Карнес, Шова, Мастераур. Вот. Ну тогда что? Я не знаю, кого. Я в ручке записал. Я вон там. Так, Скай, ты же билд себе сделала? Угу. Ну все. Все, он сейчас разъебется, этот пип, я вам точно говорю. Ну, с первого пула. Подождите, а где наш этот кебаб? О, кебаб, я ему, кстати, писал сегодня, этот козел спать ушел. Вот он жулик. Сейчас я ему наберу. Ну, не знаю. У тебя есть его номер? Не, у меня есть его дискорд. У меня, кстати, его и ВК, по-моему, где-то было. Ты на номер ему позвони. Да, у меня нет его номера, надо было стрельнуть. Ну ладно, тогда все равно, да, это мягко, ты пока в демоне.
сейчас, шпшка. Ну же куча шпшек было вообще. Прям куча. Что у нас там посчитал? У меня же блокнотик есть магический. Моя кубовка зелёная. Ну, ну ханта, бери просто и все, дон. А ретрика что не хотите? Он сидит какой-то побега. Будет мало сахара, возьмем и ретрика, вот попробуем, посмотрим. А, откиньте шкаф, пожалуйста. Так а как по сферам распределяемся? Вдвоем танком. Мы с тобой бегаем. А мы с тобой бегаем. Ну ладно. Сколько людей бьют звезды? Сверху будет же у нас квадратик, череп. Короче, сверки появляются плюс-минус по этим, ну, типа здесь две и там дальше две. Мы сначала идем череп, потом идем... Готовный стол случайно. Потом идем в сторону треугольника, потом идем дальше по часовой, по часовой, до квадратика, и потом обратно двигаемся так ломаемых. Да я в тобой так не буду двигаться. Ну конечно, я буду ставить черепочек. Просто, этот, знал, смотрите, Зорки, ты водишь кастеров. Шкаф поставьте, только не в центре этого, не на мостике, дальше, или назад. На мостике топово. Да не на мостике ставьте, что вы делаете, да не ставьте нам, блядь. Сейчас я засумоню. Да все, стоит нормально просто. Куда он стоит? А, тут просто смотри, вот тут люди поставили по центру прям. Ну ты фигешный, это писец. Все, выключай микрофон, до свидания. Да не надо выключать, нам просто... Давай, брат. После Алгалона созвонимся. Невер, прости нас. Романа, присев, значит. Ревогнисто, да. Ты был мертвый, тебе прикинули призывы в кучу. Ты ж Зорки, я поставлю на тебя следовать. Так я это, блинкуюсь. Не надо. Я не знаю, будете типа успевать или нет. А что все кипаю, чтобы никто не багал. Буду. Так, на райсе у нас стоит печенька, все мелики бегаем в печеньке. Так, куда у нас он, сейчас... Куда... Снова расстановка, Алгалон будет лицом на выход, милики со стороны кастеров, потому что у нас сейчас сакры, они будут не доставать до кастеров. РТТ возле треугольника начинаем, ну и бегаем. Романова присумоньте, пожалуйста, кто там еще остался? Есть кто-нибудь? А тут на торт, это там нужен или нет? И, не, по полюшку пошли в другом месте. Мало ли, что с этим мостом. Здесь огонь и тьма. Слышишь, Донт, убери метки, которые кастеровские. Кастеры бегают за звездочкой. Метки будут только мешать, потому что там взрываются эти, понял? Все, кастеры, вы в звездочке, милики в печеньке. Так, танки. Громкики давай. Сейчас я просто сейчас секунду все позакрываю, это у меня почему-то есть тенденция лагать в последнее время. Да, у меня тоже почему-то фризит жестко. Бутылки несокрушимости есть у кого? Как исправить? А, Романова ханта фрибафните? Фу. А как здесь гера дается? Скула. Скула. Могу сделать несокрушимости кому? Мишке. Дай обмен. В смысле, у тебя это, регов нету? Есть.
Давай, давай, стой, мне тоже. Вот сейчас так вот готовитесь к РТ, да? Ну да. Да, ну тут такое, типа. Вообще сколько тут... тебе сделать? Понерфили. Да с десяточек давай. Сейчас. Да вообще, ну, желательно побыстрее убить, потому что голова болит. А, Романов, ты в босса. Просто за РДшниками, за звездочкой бегаешь, в босса играешь. Давай. Я первый танчу, Рос. Так, Мишка, мы с тобой тоже в одном фрейме стоим. ДБМ пул дадите для припота? На да, первый раз нет. Разговор быть с боссом. Разница. Да, он первый раз долго этот рестается. Понял. Нет, нет, наверх. Неутомимо это стакнешься? ППС. Понимаешь, если туда пойдет. А, ладно, не, пускай стоит, сможем. Нормально, нормально, пускай стоит. Ну, один человек не повредит. Пойдем. Не повредит. Ладно, давайте. Не, ну слушай, если типа челик лагает, то лучше сделать, чтобы не лагал. Если один будет стоять вне рейда, ничего не случится. Если на него упадет кара, мы не сможем зайти до дальней звезды, чтобы ее разбить. Да ну слушай, не выдумывай, что там одна кара тебе помешает. Полюшка, ты тут? Все, все, все готовы. Мишка, становись во фрейм. Да. На пул, на розу. Все на пулу давайте. Романов, ты тоже. Я распула. Сейчас ждем пока. Две секунды. Гера. А где? Гера. Дон, на первую звезду не нужно сокро. Кара перебежал. Охуенно, челики бег. Звезда. Дон, ты этот, на мне скажешь сокром. Угу. Мишка, забирай. Сокра, сокра, сокра. Уже плохой пул, давай заново. Да, падаем. Пожалуйста, стоп-пил. Чуть-чуть раньше сокру, донт. Ну, она длится 6 секунд, тебе нужно сказать ее хотя бы за 3 секунды, чтобы, ну, была какая-то реакция. Падаем, падаем, падаем. Напомни, какой там порядок был? Кто? Я первый, потом флэш. Рос, флэш, карнес. Да, донт отвык, донт отвык просто. Я отвык, конечно. Ну и я не могу сориентироваться. Там мой ДПС плюс Невера. Понять, как типа в какую секунду умрет звезда, сложнее. Я в десятке. Ну, я убедительно сижу за тобой и бью одновременно с тобой. Да не, ну потом просто надо это. Кстати, да. Так, Флэш, слышишь? Ты бегаешь только в печеньке. Сокру даешь по команде. Ты будешь давать второй сокру после меня. Да, это мягко. Ты от чего умер? Кара. Каким образом? Расскажешь? В мили я просто первый раз бегал. Чувствую. Ладно, Флэш, который типа ни разу не был, но ты... Да я в мили, ее не было видно, а ты когда заанонсил, ну, анонсил... Мили, смотри, мили бегает в печеньке. Печенька исчезла, ты тоже исчезаешь. Скажите, сколько человек звезды били сейчас? Два. Надо их быстрее убивать, надо третьего ставить.
Возможно, да. Ну, не знаю, ну, так как я у вас новый, хотите верьте, хотите нет, я его убивал очень много раз. И с вероятностью 100% говорю, что нужно быстрее убивать. И не то, что возможно, а именно обязательно нужно ставить третьего человека. Потому что когда появились 4 звезды, было еще 2 недобитых звезды. А мы же стопнули дамаг. Мы же стопнули, конечно. Вот именно для этого нужно их быстрее. Мы 2 убили, и 3 не играли. Ну вот я... Ну, нужно их быстрее убивать. Они не стопнутся. Что ты имеешь в виду, не стопнутся? Я только говорю, что если мы будем в нее играть, нам ДПС хватит для того, чтобы первые 4 умерли до того момента, как появятся новые 4. Я говорю, что они не стакнутся. Кто не стакнется? Ну тут не важно, звезды стакают, тут важно, чтобы созвездия не стакались. По-моему, вы на второй фазе уже не будете успевать вдвоем. Ну посмотрим. Третьего сразу надо ставить. Вот, ну, я просто видел много раз. Мы в прошлый раз 2 делали, ДПС у нас меньше было. И все успевали, сейчас мы просто стопнули. Ну так вы убили его в прошлый раз? Ну да, да, мы убивали все по звездам, нам прохила не хватало. Нет, нихуя, вы не убивали по звездам. Вообще. Стоп, да, давайте все, без фуда, мы стоим по местам, мы фу подбафались. Чек на готовность. Сколько Гера когда? Так может дать кто-то другой? У нас 3 шамана. Я тоже давала. У 3 шаманов КД. Ладно, 30 секунд, но я вижу. Да, это же. Да. Левые командные игроки, а. Все, Айнан дает Гера. Слышали? Айнан дает Гера. 3 Гера лучше, чем 1. Работает сильнее. Дрыщ, СС на Корнеаса. Дрыщ. Я идеально ему давал. Ну да, у меня сейчас откатится хорошо Корнеас. У кого не в КД СС? Все, у меня... У Болюшки нету. Полюшка, СС на идеального. Давайте, давайте. Зорки, ты вправо будешь бежать или влево? Вправо. Они, наверное, нет, стоп, не выйдет. Сейчас нефть хорошо уходит, продолжаем. Закрыл. А, не, первая не закрыл. Стоп, сокрыл. Это. Черепочек падает. Сокров. Второй. Флэш. Корнеас. Кара. Все в рюкзак. Да можно падать. Что-то люди это быстро у нас умирают почему-то. А, ничего, что звезда так взорвали прямо в мини-зоне и половину, да, что пошла в вторую зону. Подошла. Ну, кстати, да, там милики виноваты, кто ушел. Можно было вспомнить. Там видно было, что... Ставится, конечно. Блять, нужна какая-то запись, потому что я вообще не вижу, кто там где стоит. Ну, есть запись, потом будет. Ну, ну все. Готовьтесь, всем пизда. Ну, проснемся под 500 кп.
Ну, к концу рейда за 10 слаков настакается 500 ЖП нормально. Ну да. Хорошо, хорошо, этого босса можно раз в неделю только бить. Жалко, жалко. Если бы мы сидели как на собрании каждый день, то бы... Да, я думаю, надо КД продлевать и травить. Не, спасибо. А зачем тебе продлевать КД, если новое КД точно такое же? А это этот флеш, это Алгалон, тут у всех такой FPS. Ну, может, не у всех, но у многих. FPS вообще, вообще нету, да. Да, да. Так, тяжко. Ну, милики, запомните. Вам просто нужно двигаться в ромбике. Печеньки. Не, в ромбике. Или в ромбике. Это бетанк. В ромбике теперь. А, кстати, флеш. Хороший совет. Попробуй выключить рекаунт. Говорят, помогает. Какой смысл бить босса? Я огнусь, подключаю все лишнее. Рекаунт, журнал боя. Играть в эту игру без рекаунта, блин. Да. Аналогично, мы манипуляцию сделаем. Вообще на рейд достаточно одного человека. Здравствуйте. Можно. А есть у кого скады или что-то? Блин, гоните по звездам, кто это бил. Ладно, ну давайте, наверное, еще трай, потом, если хотите, предлагаю поэрелить этого босса, а если хотите убить, побыстрее. Давай попробуем. Наверное, зашел еще. Я... А, Рус, как выключить журнал Б? Как журнал боя выключить? Ну, зайти в журнал боя и убрать там все галочки. Параметры, и везде все убираешь. Ну, слушай, мне не особо помогает. Все еще на, ну, 0 FPS на Алгалоне. Журнал боя помогал на роботе Гер в этом, на X2. Там, когда у них был баг с этими, с дебафами. У меня свет моргнул, сейчас перезагружу. Wi-Fi дернулся тоже. Вот смотрите, пока он заходит, там два трая мы упали сейчас. В первую очередь помирали два хила. Помирали они от того, что скорость разбивания звезд медленная. И вторую звезду, которую вы взрывали, она приходилась на момент призыва созвездий. Созвездия 3 призываются. Они в цель выбирают хилов сразу, потому что они в агролисте первые. То есть кто по захилу первый, они их будут шотать. То есть подлетают в центр и стреляют моментальную свою вспышку. Вот. И на этот момент приходился взрыв. Какие-то меры принимают хилы. Ну, допустим, паладины могут принимать БЗ, божественную защиту 2 холипала на первые 3 созвездия. На вторые 3 созвездия один протопал может на холипала кидать каплю. И ретрик на второго может кидать каплю. Я смотри, я как только звезды появляются, я вижу, кого из хилов они берут в таргет и кидаю в него мастаун. Просто, типа, сейчас у меня, не знаю, температура или что, я не особо этим занимаюсь. Но в целом, со звездами раньше я боролся нормально. Угу. Ты попробуй... То есть, когда они только появляются, я вижу на каком они хиле, и забираю их на себя мастаунтом, просто через этого. Даже они не в этом еще, ну, вне зоны видимости моей.
Но они уже на мне. Ну я делал так протопалом. Еще знаешь, как проще будет, чтобы вообще вслепую нажимать макрос /C, живое созвездие, и на следующей точке вот этот мастаун прописываешь. Просто они еще в одной. А появляются. Если они в одной точке появляются или в разных? Просто если они в разных точках, то мне лучше бросать на этого, именно на цель, потому что все три будут на мне, если я брошу на цель. Они в разных, но они смотрят на одну цель, и на ближайшее, на которое ты нажмешь, все остальные два будут тоже на тебя идти. Но опять же, это ненадолго. На них агро надо набирать. Да я выкупаю. Ну, там же не набирается, оно сбрасывается каждые 4 или 5 секунд. Еще как вариант с Ивова сыграть, потому что в танке вот очень несподручно делать, особенно в мишке. Вариант какого-то ДКшника назначить, у которого поменьше ДПС по боссу, назначить, чтобы он именно одну звезду как-то на себя брал прям сразу. То есть грипп, ЛПшка и так далее. И затаскивал в этот. И затаскивал, да. Это, ну, вообще это обязательная тема, и ничего мы не проиграем, потому что он понерфленный. И мы его до берси убьем. Слышишь, Крипа, ты справишься? Первую звезду затащить этим. Грипп плюс ЛПшка. Да, давай, Крипа, ты идеально. Для тебя работа. То есть, зашел? Одну звезду ты затаскиваешь первую. Давайте тогда назначим троих людей на взрывы, Донт, чтобы вы быстрее взрывали две этих. Давай тогда Роман идти со мной. Троих обязательно, а прямо обязательно, 100%. И звезды. Давай, короче, смотри, если ты хочешь поэрелить, то можешь, в принципе, поэрелить, нам будет проще заниматься другими делами, типа тебя ставить. Давайте. Сейчас дадим трай. Посмотрим, дадим трай, и уже после этого я начну. Окей, Хрипатый, ты услышал, что ты делаешь? Романов, ты услышал, что ты делаешь? Да. Все, дебэм пул. Дебэм. Звезда. Кара перебежали. Первая сейчас умрет. Череп умирает. Новый череп. Не, Дон, слева от танка. Дон, слева от танка. Рос. Мастер. Сакра. Успел. Кары. Флэш. Флэш. Корнес. Черепочек поставил, давайте у него вскроем. Забежали в портал. Быстро. Мишка, БР не идеального, я забираюсь. Смотрите, появились. Черепочек ставлю. Не буду БРить, не буду БРить, уже все, давай. Да. А чего сейчас хилы умерли? Типа все. Два хила не успели скайс идеальным, а остальные после. У тебя Полена в портал зашел. Меня, как обычно, звезды убили.